День добрый всем подписчикам и тем, кто совершенно случайно зашел, кого, возможно, заинтересовало это видео. Хочу сделать такую небольшую распаковочку. Просто решил записать, показать то, что я сегодня купил. Краскопульт пневматический ЛВЛП. Теперь давайте его откроем. Intertool, модель PT0132. В принципе, тут написано ЛВЛП, дюза 1,3 мм, 1,5 бара используют, 600 мл бачок. Не помню, по-моему, здесь больше ничего такого нет существенного. Залезем в коробочку. Что я тут вижу? Инструкция. Бачок. Коробочка какая-то. Гарантийный талон. И сам краскопульт. Кстати, интересно, ошибочка получилась. А где буква И? А вот нету ее. Коробочку пока уберу подальше. Она мне не нужна. Так, бачок, краскопульт. Талончик, инструкция. Теперь посмотрю, что здесь мне дали дополнительно. Что идет дополнительно в коробочке. Естественно, ключик. Чтобы все можно было открутить. Ёршик, чтобы чистить. Тоже ключик, я так понимаю. Фильтр. Колечко уплотнительное резиновое. Фильтр мелочь, а приятно. Честно говоря, толку от него, по-моему, никакого, но если он должен быть в комплекте, значит, он в комплекте должен быть. И переходничок 1/4 дюйма на быстросъем. Можно попробовать собрать. Особо сложного в сборке нет ничего. Бачок накрутил. Сюда надо будет поставить манометр. Сейчас я его ставить не буду. Можно пока просто накрутить быстросъемник. Но предварительно. Ага. А фильтр-то не сюда. Фильтр, наверное, под бачок. Ой. Если честно, уже забыл, что куда. Не знаю, не уверен. С 2015 года как-то многое чего подзабыл. Очень многое. Так, уплотнитель у нас идет, вероятнее всего, сюда. И дальше собирается. На дюзе написано 1,3. Все как и обещали. Разбирать его не буду. В принципе, смысла не имеет. Просто в дальнейших видео уже буду показывать, как он работает.
Брал я его именно LVLP только потому, что у меня слабенький компрессор, маленький. Здесь заявлен расход воздуха 170-200 литров в минуту. Как раз столько дает мой компрессор. Более серьезное что-то брать пока смысла не имеет. Но это я так уже балуюсь регулировками, все крутится. Факел, по-моему. Игла, подача воздуха. Вот такой вот интересный на вид аппарат. Буду пробовать в работе. Возможно, даже запишу отзыв. Все. Вот такая вот распаковочка у меня на сегодня. Всем, кто посмотрел и досмотрел до этого момента, огромная благодарность. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до скорых встреч.